преддверии Всемирного дня борьбы с диабетом одесские эндокринологи рассказали, как избежать это заболевание. Сегодня в Одесской области около 80 тысяч человек страдают от диабета, 14 тысяч используют инсулин. Для предотвращения заболевания медики рекомендуют заниматься спортом, избавляться от вредных привычек и следовать правилам здорового питания. Здоровый образ жизни. Как легко отказаться от всех вредных привычек. Здоровое питание. Как важно сбалансировать свой, в общем-то, пищевой или рацион. Не есть много углеводов, высококалорийной продукции. То есть можно, это контролируемая ситуация. Активизировать физическую активность. То есть заниматься хоть немного, хоть 30 минут в день заниматься физической нагрузкой. Также сегодня стартовал тендер на закупку инсулина в Одесский областной эндокринологический диспансер. Победителей конкурсного отбора объявят в январе следующего года.